Привіт, мої дорогі друзі! Ви на каналі Мирослав Солонар. З нами майстер нумерології Владислав Грицай. Влади, доброго дня. Добрий день, Мирослав. Хочеться почати із того, що таке власне нумерологія. Чимало моїх друзів, знайомих, ну кажуть, як є, да, що це повна фігня, да. Але з іншого боку, намагаються оточити себе сімками, вісімками, трійками. От поясніть мені, як людині, яка з нумерологією на ви, а не на ти. Супер, обалденный вопрос. Я люблю на него отвечать, на самом деле, потому что, ну что такое нумерология? Я вам скажу честно, что я был сам изначально скептиком. Мне было где-то 21-22 года, когда я в одном политическом проекте встретил среди коллег нумеролога. Что произошло? Мы подбирали персонал, и он брал дату рождения, считал, а я с ним вместе сидел в кабинете, выходил человек, ну, претендент, мы его брали на испытательный срок, он сразу, вот этот мой коллега, говорил, останется человек или нет, и почему это произойдет. Я думаю, так, Вадим, что это? Он говорит, это нумерология. И он попадал 90%. То есть он не просто говорил, да или нет, он говорил, по какой причине, то есть что получится у человека, что не получится. То есть я такой, опачки, это интересно. И начал этим заниматься. То есть никогда не думал, что этим буду заниматься профессионально. Это было изначально исключительно хобби. Вот. Но как это работает? На самом деле работает очень просто. Мы же, люди, думаем, что мы все знаем, мы думаем, что мы думаем на самом деле, а наш мозг, он большой, главный наш предатель, потому что нами руководит бессознательное. И вот бессознательное и нумерология очень сильно связаны. Почему? Потому что цифры есть не что иное, как символы, самые универсальные символы. То есть, если вы где-то покажете в другой стране два, люди поймут, что это два. Да? И вот на самом деле, когда люди говорят о том, что я не верю, но сами выбирают номер там авто, окружают себя семерками, восьмерками, как говорите, действительно так и работает. Почему происходит так? Потому что людям сложно признать, что они что-то могут не знать и что-то могут не контролировать. Это еще такой вопрос гордыни внутренней. Но когда мы входим в изучение чисел, получается очень интересная штука, что все числа имеют под собой вибрацию, энергию, и мы подсознательно понимаем, что каждое число за собой несет. Поэтому по факту, что такое цифры? Цифры есть везде. Представьте, что не было бы цифр, как бы мы друг друга набирали по мобильному, допустим, номеру, да? Как бы мы рассчитывали. Цифры – это, по сути, основополагающая энергия, которая есть в любой системе. Я люблю так говорить, что там, где появляются цифры, хаос становится системой. Поэтому есть момент того, что мы обычно воспринимаем цифры исключительно на первом уровне, на физическом, то есть 1, 2, 3, то есть количественное восприятие, но за каждым числом, исходя из нашего личного опыта, опыта рода, опыта страны и так далее, и так далее, и так далее, есть очень серьезный символизм, который на подсознательном уровне с нами так или иначе все равно работает. Наскільки точними є такі передбачення? Процентов 90. Я объясню, почему так. Потому что есть еще вопрос свободы воли. Потому что мы, получая дату рождения, да, мы имеем определенный набор навыков. Но если человек родился с ростом 2-10, это не обязательно, что он станет баскетболистом. Но если он попробует быть баскетболистом, наверняка у него будет больше преимуществ, чем у того, там, кто 1,60 м, грубо говоря. То есть по факту нумерология – это изначальный набор навыков, изначальный набор инструментария, которым человек может распорядиться. Как он это сделает, это уже другой вопрос. Но, скажем так, что нумерология все равно это не совсем про предсказания. Нумерология – это про аналитику, про анализ. Я вам скажу больше, что есть зарегистрированный официальный метод нумерологии, психоанализа, который использовался в советское время при запуске космонавтов. Об этом на самом деле часто не говорят, хотя однажды эта информация тоже вскроется. Такой очень интересный момент, то есть это официальный, есть разработчики метода, но об этом не говорят, потому что если всем дать инструмент понимания, ну, в общем-то, наверное, система будет очень сильно рушиться, и очень многие станут сильно умными, вот так вот хочется сказать. Так, Владе, ми безпосередньо підходимо до основної теми нашого обговорення. Це те, що чимало експертів, як в Росії, в Україні, так і на Заході, неодноразово згадували, буквально з першого дня повномасштабного вторгнення, що нібито Путін планував завершити війну в Україні до 30 грудня.
сторіччя Радянського Союзу. Mm-hmm. Скажіть, будь ласка, Влад, що про це говорить нумерологія і що чекати нам 30 грудня? Я вам скажу немножко по-другому. Дело в том, что к 30 декабря Путин планировал уже и Прибалтику захватить, может быть, уже и Польшу, может быть, финнов. Я думаю, там еще добавились бы страны. На самом деле, вся война должна была закончиться в марте месяце. Так ему обещали, потому что дата нападения 24 февраля, это ровно полгода. С Днем независимости Украины, это тоже не случайно. И вот этот момент, он был изначально запущен для того, чтобы весь фарт, вся удача Путина запустилась, ну, в троекратном размере. Я сейчас объясню. Мы будем еще сегодня говорить про Путина, но важно говорить о том, что он очень сильно мистично направлен. То есть у него сакральное мышление, мистичное мышление очень сильно развито. И он все делает в соответствии с вот этими вот своими мыслями. Поэтому, действительно, он видит себя мессией. Ему однажды сказали, предрекли, что Владимир восстановит Русь Великую, но он, видимо, перепутал. Не уточнили, какой именно Владимир, видимо, но это отдельная история. Я люблю вот эти все штуки, знаете. Да-да-да. И получается, что он действительно к столетию Советского Союза планировал восстановить Советский Союз. Но Украина была в плане максимум там за месяц захвачена. Потом Прибалтика, потом Финляндия. Скорее всего, немножко Польша бы хотела отхватить, ну и так далее. То есть план Путина изначально был к столетию восстановить Советский Союз. И тогда бы он со спокойной душой ушел в мир иной, бы как он себе это планировал, побудучи на лаврах какое-то время. Ну, зараз ми вже можемо говорити, що от, наприклад, в той-то місяць, в той-то день закінчиться війна. Бо в астрологів, тарологів зараз є своє передбачення, те, що до 25 грудня, до католицького Різдва, війна закінчиться, переговори максимум затягнуться на наступний рік. Яке у вас, Владе, передбачення? Смотрите, було три переломних моменти, це дуже важливо об'яснити, я вам зараз скажу. І можна, в принципі, всі мої інтерв'ю просмотрети, я о них постійно говорю. Перший переломний момент, він був 7, 8, 9 марта. Об'ясню, чому, тому що це була точка, в якій Україні потрібно було вистояти. Якщо б 7, 8, 9 пал Київ, все б закінчилось, і Путін вже б, скоріше всього, йшов в Прибалтику, зараз вже пішли бої. От, там ми вистояли ментально, там це віддільно дуже интересная тема. Второй был 24 апреля на Пасху. Я объясню почему, потому что тогда состоялся первый Рамштайн, тогда, опять-таки, я тоже проговорил, что должен был быть какой-то перелом. Я не понимал, о чем речь, но 24 апреля мировое сообщество наконец-то полноценно начало поддерживать Украину. Почему? Потому что никто до этого времени, да, не верил, что Украина может выстоять. Но это факт. Третий переломный момент, я об этом говорил тоже раньше, и он был в августе на самом деле. Когда начались все истории в Крыму, вот этот был переломный момент, и он очень сильно перебило. Самое сложное было время еще летом, в июне месяце. Если посчитать по нумерологии, то в июне это, помните, много было моментов зависания. Договоренности срывались, непонятные вещи происходили на фронте, то есть что-то как-то... Вот в июне был такой месяц, когда вот нумерологически прошлое, настоящее будущее сплелось в одной точке. Я знаю, звучит как-то странно, но это было именно так. То есть в этот момент переигрывалось сценарий на будущее. Поэтому я скажу так, что вероятнее всего где-то в феврале месяце действительно будут такие активные переговоры. Что касаемо завершения войны, знаете как, я раньше отвечал на этот вопрос, сейчас я как бы на него стараюсь не отвечать по одной простой причине, потому что в апреле, например, закончился бой за Киев, ну, по крайней мере, мы, да, мы все в это верим. То есть это одна часть завершения. Сейчас происходят определенные успехи, это вторая часть продвижения, да, поэтому тут сложно сказать, что такое вообще война, потому что по факту война это еще у нас была 14-го года, да. Ну, то есть вот такие вот моменты. Поэтому сейчас я считаю так, что в августе произошло что-то очень важное, о чем мы узнаем позже. Я раньше говорил о том, что в августе большая вероятность смерти Путина. И знаете, я не удивлюсь, если это действительно случилось. Потому что то, что сейчас происходит, есть ощущение, что это уже договоренности есть.
и сейчас ну, не могут, допустим, давайте представим, что Путин умер. Вот давайте пофантазируем. И вот что происходит? У него там куча двойников, удмуртов, там это все прекрасно знаем. И вот ситуация такая. В августе умирает Путин. Должны происходить какие-то события, которые ну, четко показывают, что что-то меняется. Взрывы в Крыму. В сентябре серьезные успехи идут по линии фронта. Да, там, где, в принципе, даже не ожидали, что это возможно. Почему это возможно, мне кажется? Представьте, что Путин умер, и верхушка, которая стала теперь у власти, она же не может закончить войну в два дня. Ну, это очевидно. Должен быть еще какой-то период. Этот период минимум два месяца, потому что нужно отойти, нужно создать условия. Поэтому посмотрим. Я думаю, что если... действительно все произошло, и Путина уже нет живых, именно того Путина, который принимал решение, то в октябре месяце начнутся очень серьезные переговорные процессы. Причем, кстати, тоже очень интересно, что именно к концу августа снова эрфийская сторона начала говорить об переговорах. Этого очень давно не было. Mm-hmm. Поэтому я не то чтобы прям... любитель заговоров, но есть у меня все равно надежда о том, что Путина уже нет в живых, и все, что мы сейчас видим, это по факту, знаете, как завершение так называемой их спецоперации, и то, что мы сейчас наблюдаем, в принципе, очень даже на это похоже. Ну, Владислав, ви зараз доволі сенсаційні речі говорите, що от Путіна вже нема, ну, тобто це, знаєте, на початку вересня, якщо пригадуєте, він сказав «резиновая попа», то може ж це не він сказав. І похоже на нього. Тобто він, звісно, долбанутий, ми це знаємо, але це було совершенно не в його стилі. І то, що ми, смотрите, я ще в початку февраля говорив, що є три місяці – март, май і август. Вероятные, более вероятные месяцы ухода Путина из жизни. В марте там было покушение на Кавказе, ну, это такое. В мае очень серьезно заговорили о его болезни и операции. И в мае даже, вот если мы посмотрим его выступление на 9 мая, большая вероятность, что это был не он. Хотя Путин как раз тот, кто 9 мая не пропускает. Если мы посмотрим 9 мая, он читал с листочка, это было вообще не похоже на Путина. То есть было ощущение, что его экстренно заменили. Потому что 9 мая для него это сакральная дата, он не может ее пропустить. Потом много информации по поводу болезни, операции и так далее. Была она, не была, кто его знает, узнаем, наверное, даже, может быть, не мы, а наши дети узнают потом. Вот. Ну и в августе, по моим ощущениям, он мог не умереть полноценно, а, например, упасть в кому или очень резко ухудшилось здоровье. Потому что то, что... понимаете, как у Путина, если мы берем его карту личности, есть одна очень интересная штука. Он идеалист. Ну, это очевидная вещь. По нумерологии, неважно, там, 10-го, 7-го, 50-го или 52-го года, потому что есть тоже разные версии. Но независимо от этого, 7-е, 10-е дает идеалистичность. То есть человек... искренне верит в свою идею, в которую он идет. И когда такие люди в какой-то момент понимают, что все они проиграли, хотел по-другому сказать, но не буду, все они проиграли, то в этой ситуации вот этот идеализм, он не просто как инсайт приходит, вместе с этим инсайтом приходит полная перезагрузка здоровья очень часто сопровождается серьезными проблемами. Поэтому вполне вероятно, что когда в августе начали рвать Крым, вот мне кажется, это те точки, которые могли его довести до полного ощущения, что все пропало. Продовження теми. Зараз в Росії вигадали нову дату референдумів на Донбасі і на нібито звільнених територіях, хоча їх щоразу стає менше. І це надзвичайно приємні новини. Дякуємо ЗСУ. Так. Скажіть, будь ласка, зараз така дата є, 4 листопада, дата референдумів на цих територіях. Що говорить дата 4 листопада от, в нумерології? Так, 4.11.2022, это у нас получается 12.3, если мы суммируем 12, я так скажу, что изначально дата неудачная, потому что 12 это число жертвы, поэтому мы можем с уверенностью сказать, что практически любое мероприятие, запланированное на этот день, оно наверняка сорвется, или даже если произойдет, то с очень большими проблемами, поэтому, наверное, Путин таки умер, потому что сакральный мозг Путина не допустил бы такую неудачную дату.
дату для референдуму. Вот так я бы ответил. А от, до речі, що найбільше цікавить наших глядачів, а в Путіна є якісь отакі особливі дати, які, яких він ненавидить, да, от, які от, слабке місце його? Угу. Ну, в цілому, якщо ми подивимося по даті, то це апрель місяць, то есть, в принципі, апрель місяць для нього завжди немножко такий опасний, і кінець року, то есть, ноябрь-декабрь, з ним, в принципі, особливо ноябрь-декабрь, він, в принципі, такий переходящий. Чому так? Тому що це, в принципі, ті періоди, які він найменшій степені енергетично захищений. Вот. Но якщо ми говоримо, які дати он не любит, я думаю, что он теперь не любит 9 мая, потому что все немножечко, ну, не произошло так, как он хотел, потому что по его задумке 9 мая действительно должен был быть марш на освобожденных от неонацистов Киева, ну, вот это вся история. Вот, поэтому я думаю, эта твердата его нелюбимая. Ну, и на самом деле очень интересно, что касается 7 октября. Все-таки, если Путин живой, еще жив тот Путин, да, настоящий, то 7-10 может... Ну, какие-то такие акции происходить, там, бомбардировки какие-то, ну, такие безбашенные, то есть, они же как бы, рефийцы, каждый раз, когда ты думаешь, что дно уже пробито, они умудряются дальше пробивать дно, то есть, это своими какими-то поступками и действиями. Поэтому я бы сказал, что день рождения, все равно это сакральная дата, все равно он верит в это все, поэтому не знаю, насколько... чего ожидать именно от этой даты. А так, в целом, тут больше мы можем говорить не про сами дни, сколько про периоды, в которых он ослаблен. Но там, конечно, можно изучить его биографию, там много разных нюансов. Я думаю, что биография, тема, связанная с папой, тоже очень сильно утригерит, и там есть какие-то сложные такие слабые места. Ну, это так, это для исследования, я даже больше для себя проговорил, даже они... Затравочка на майбутнє. И, Влад, да. Чтобы підсумувати нашу розмову, ми можемо сказати, що, судячи з новин із фронту, вересень – це вирішальний місяць у цьому протистоянні з Російською Федерацією. А август-сентябрь. Я все-таки хочу обратить внимание, что в августе началось именно то, что должно было начаться. Потому что, повторюсь, июнь был сложным перезапускающим месяцем. Но, понимаете как, если мы говорим про цикличность, то после 24 августа Украина всегда запускается в трансформационный процесс. Если мы посмотрим независимую Украину уже нового времени, то мы увидим, что после Дня независимости 4 месяца в Украине всегда происходят какие-то удивительные вещи. Геополитически меняются процессы, какие-то активные появляются движения, какие-то идеи продвигаются. То есть, ну, так, знаете, Мирослав, тут еще интересная штука. Это работает еще как и с днем рождения человека. Я думаю, вы замечали такую вещь, что как только человек празднует день рождения, неделя-две перезагрузка, а потом резкий скачок. У большинства людей, которые люди доверяются, то же самое и у страны. То есть, да, день рождения Украины 24 августа плюс пару недель, и мы видим скачки, и мы видим очень серьезное достижение. То есть вот эти 4 месяца, они просто сами по себе удачные, фартовые, и всегда дают много точек роста для Украины, как для государства. Дякую, Владе, за бесіду. Спасибо. З нами був майстер нумерології Владислав Грицай. Ви були на каналі Мирослав Солонар. Підписуйтесь на мене, підписуйтесь на Влада в соцмережах. І я так розумію, Владе, на ваш YouTube-канал. Так, да.